Прикоснуться к истории, представить, как создавалась та или иная икона. Все это возможно в галерее «Русская икона». Здесь представлены разнообразные уникальные иконы от 17 до 20 века. Каждая из них отражает дух своего времени. За каждым экспонатом закреплен справочный материал, с помощью которого можно узнать сюжет иконы, в каком веке она была написана и имя автора, если оно известно. Коллекция большая. Здесь много редких икон. Одних только богородичных икон около 45 предметов. Вот. Всего коллекция насчитывает где-то около 450 предметов. Проходя по галерее, можно наблюдать за тем, как менялся взгляд на иконы. К примеру, иконы 17 века не пестрят красками и нацелены исключительно на изображение лик святых. В 19 веке иконописцы тщательнее прорисовывали узоры, мелкие детали и пейзажи. Здесь собрание икон, которые в принципе практически всех школ, которые были в 18-19 веках у нас в России. Это Мстера, Палех, уральские иконы есть, Ветка, Ярославль, Кострома. Посетить выставку можно по предварительной записи по телефону 7-94-94, без возрастных ограничений. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.